Цветную капусту, запеченную в духовке с яйцом, я пробовала у своей подруги, которая любит все запекать, и правда, это так удобно. Собрал продукты в форму, залил заправкой, поставил в духовку и все. Цветная капуста, запеченная в духовке с яйцом, прекрасно подходит для легкого ужина, а также может быть представлена как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Кукуруза и морковь делают цветную капусту, запеченную в духовке с яйцом, красивым нарядным блюдом. Можно вниз запеканки положить тонкий слой толченого картофеля или добавить мясной фарш. Много вариантов цветной капусты, запеченной в духовке с яйцом, можно придумать и приготовить из того, что у вас есть в холодильнике. Успехов и приятного аппетита! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовить продукты. Капусту разобрать на соцветия, отварить морковь и капусту до готовности. Бульон слить, еще пригодится, овощи охладить. Яйцо взболтать с солью, муку перемешать с молоком, смешать яйца, молоко и бульон. Жду ваших лайков и комментариев. Форму смазать сливочным маслом, посыпать панировочными сухарями. Капусту и морковь порезать на кусочки, переложить на противень, добавить кусочки сливочного масла, залить подготовленной заливкой. Запекать 30 минут при 180 градусах, за 3 минуты до окончания положить кусочки сыра. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Обещанный список ингредиентов. Цветная капуста, 1 штука, яйцо, 2 штуки, морковь, 1 штука, средняя, молоко, 1-2 стаканов, кукуруза, 50-70 грамм, зелень, по вкусу, сливочное масло, 2-3 столовые ложек, сыр, по вкусу, количество порций, 4-5. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Пока-пока.